Во-первых, поздравляем с победой долгожданной. Да, спасибо, да. Вас тоже, всех болельщиков, спасибо, заждались ее. Рад, что сегодня ее добились. Ну, наверное, благодарен судьбе, Богу футбольному. Все сегодня сложилось. Сегодня мы увидим, как улыбается главный тренер. Да, конечно, увидим. Все здорово, все отлично. По игре единственный момент один негативный, отрицательный. Очень много команда совершала невынужденных фолов. А мы знали, что у Руха очень сильные стандарты. Сильные в том плане, что хорошее исполнение. И в первом тайме хорошие розыгрыши были. Мы знали, как противодействовать им. Но одно дело знать, а другое дело на футбольном поле это все исполнять. Показалось, вот этот момент огорчил. Показалось, что в первую минуту команда долго приспосабливалась к полю. Оно какое-то своеобразное. Да, соглашусь, но здесь нету ничего удивительного. Если вы знаете, наша команда тренируется на натуральном поле. Причем и играет, и тренируется на натуральном. Плюс переезд. Здесь много составляющих, которые, ну, я не буду сейчас озвучивать. Переезд, дорога. Конечно, нужно было какое-то время на адаптацию. Опять же, повторюсь, ребята практически на 100% выполнили установку, за одним единственным исключением. Много было ненужных стандартов, еще раз повторюсь. Ну и последний вопрос. В игре с Нафтаном мы диктовали так условия свои, да, больше пошли в атаку, а здесь мы как бы отдали инициативу и играли больше на контратаках. Это была такая установка, или это сложилось? Нет, по ходу матча? По факту, то есть не было такой конкретной установки. Единственная установка была, чтобы нам девятку держать за линией мяча. Ну и, соответственно, конечно, пользоваться пространством, которое будет позволять соперник, и убегать в контратаку, потому что форварды у нас быстрые. Оставалось только это все исполнить. Спасибо.